снова к нам пришел сегодня праздник елки новогодний. Елочка красавица в гости к нам пришла. А какая она нарядная. А какие у нас ребята нарядные. Какие у них костюмы красивые. Около елочки пройдем и рассмотрим все кругом. Сколько здесь на ней игрушек, шишек, шариков, хлопушек. Смотри, Виктор. Здравствуйте, дети! Я елочка, хвойная, пушистая, стройная, душистая, морозом заряженная, детками украшенная, к вам пришла потанцевать. Это елочка нас поздравляет, а мы ее поздравим веселой песенкой. За руки взялись. Большой кружочек сделали, животики спрятали, ножки по дорожке. Мы пришли на Thank you.
очень люблю играть в прятки. Давайте вы будете от меня прятаться, а я вас буду искать. Да. Давайте, прятайтесь. Давайте. Ребятки, идем, спрячемся. Я подъемка. Нет, нет, нет. Спрячемся. Мальчимся быстрее. Родя, Родя, прячься. Здесь еще никого не видно. А мы Маше прячемся. Скорее сюда. Прятались. Вот, спрятались. Никого не видно. Давайте. Маша, можешь идти спать. Все спрятались. А? Снежинки, 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 выпекайте. Снежинки, похвалите.
я беру соточек. Да, будем для мамы. Мама, сели сюда, сюда сели. Хорошо, молодцы, сюда. Алис, вот сюда, Алис. Вот сюда, сюда, ко мне, сюда, сюда. Викуся, девочки, сюда, садись. Оливия, Оливия, вот сюда, Оливия. Вика, иди сюда, Вика, иди сюда, Викуся. Ну, летите, снежинки, пушинки, только смотрите, не растайте. Ветер, ветер, дует и наши снежинки несет. Плавно, плавно заводят они хоровод. Полетели по кругу, машут крылья. Молодцы. И ни одна не растаяла. Султанчик, люблю зиму и люблю кататься на санках. Мы с Машей каждую зиму катаемся на санках. А вы, ребята, любите кататься на санках? Давайте, садитесь, поедем кататься. Нет снега здесь. Ну, придумай чего-нибудь.
придумать. Маша, посмотри, какой вот хороший, веселый снеговик. Ну, он же не настоящий, а я хочу настоящего. Хочу, хочу. А кто может оживить его? Только настоящий волшебник. А на нашем празднике кто волшебник? Я знаю. Да, правильно, правильно. А чтобы он к нам пришел, нам надо его позвать. Хором дружно прокричать. Как? Дед Мороз! Дед Мороз! Родители пускай помогают. Давайте вместе погромко, не слышит дед. Громко! Громко! Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, ребята. Дедушка. Здравствуйте, бабушки. Здравствуйте, дедушки. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Миша. Здравствуйте, Мишки, снежинки, зайчата. С праздником вас! С Новым годом, ребята! Я вас видеть очень рад. Своих любимых внучек и внучат, какие вы все нарядные, наверное, все хорошие. Все вели себя хорошо весь год, да? Молодцы. Молодцы. Да? Дедушка Мороз, оживи, пожалуйста, снеговика. Снеговика. Подожди, Маша. Посмотри-ка, на елочке-то не порядок, огоньки-то на ней не горят. Что-то случилось с нашей елочкой. Дедушка Мороз, а может быть нам гномики помогут? У них фонарики есть. Выходите, гномики. Гномики. Мальчики-гномики выходят. Гномики выходят. Иди своим фонариком. Где фонарики? Скажем, ну-ка, елочка,
Гори! Ой! А погромче? Видно, кто-то не кричал. Видно, кто-то промолчал. Давайте еще разочек ладоши. Раз! Ай да елочка красавица, да чего она мне нравится? А вам нравится, ребята? Да! Садитесь, Миска, садитесь. Раз, два, три! Снеговик наш, оживи! Знает каждый снеговик. Снеговик, к снегу, к холоду привык. Снеговик я не простой, любопытный, озорной. Очень я люблю играть, песни петь и танцевать. Снеговик, а ты знаешь, у нас тоже на празднике есть снеговики, и они тоже любят петь и танцевать. Выходите, снеговички! Это мои друзья! Выходите, снеговички! Метелочки берите Петя, свои! Петя, Петя, ты гном! Ты гном! Сейчас мы вам покажем, как мы умеем плясать! Да, снеговички? А вот это чья метелка? Взяли? А ну-ка, вставайте за мной, мои друзья! Метелочки-то у нас! У всех метелочки есть! Ну, метем так! Приготовились пирожки. Кружок, кружок.
А, это помощники мои! Ой, все забрали! Молодцы! Слышали? Я встану в середину! Ручки на большой, 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 большой! Так. И Ира на поезд. Большой. А теперь ручки! Оп. Снежный сторож во дворе греет голову и дрез. У него морковка нос весь снежинками оброс. Что стоишь и молчишь, ничего не говоришь? Надоело мне стоять! Буду вас я догонять! Спасибо тебе, Снеговичок! Как весело ты с нами поиграл! Вам понравилось, ребята? Тебе, наверное, Снеговик, уже пора в дорогу. Да. Тебя, наверное, ждут друзья. Спасибо тебе. До свидания, скажем мы, Снеговичок. До свидания, ребята! До свидания! До свидания! Шел ты, Дедушка Мороз, дальнюю дорогой. Сядь у нашей елочки, отдохни немного. Да, шел я по лесу долго. Ой, а елочка-то веточкой качает. Да нас стихи послушать приглашает. Вы стихи учили? Да. Ой, я послушаю. Ой, любовь. Oh.
какая снежиночка идет красивая, как в моем лесу. Ну-ка, погромче. Ну-ка. Дедушка Мороз придет и подарки принесет. Расскажу ему стишок, получу конфет мешок. Заведем и хоровод, и мы встретим Новый год. Вот моя любимая девочка пошла. Дедушка Мороз красивый, очень добрый, очень милый, он приходит к каждому, сжигает ёлку в дом. Ой, как вы меня порадовали такими стихами, молодцы! Дедушка Мороз ёлочка иголочки стала расправлять. Очень хочет ёлочка с нами танцевать. Выходите, ребят. Добрый дедушка Мороз, ты нам елочку принес, елки весело у нас, мы покажем ей сейчас. Дед Мороз, тебя мы ждем, тебе песенку сам. А я могу пуститься в пляс со Снегурочкой сейчас. А ну-ка присядьте и посмотрите на нас. Конечно, я люблю танцевать. А теперь, дедушка, может быть, ты нам с нами еще поиграешь в чего-нибудь? А вы играть любите? Да. Ну тогда вставайте в хоровод, я вас буду замораживать. Но вы не должны замерзнуть, вы должны спрятать ручки, ножки, ушки. Приготовились все, музыка! Ручки. Так, спрятали ручки. Ноги буду морозить сейчас. Коленки заморожу. Спрятали коленки. Тогда буду морозить уши. Где уши? Нет ушей, спрятались. Ой, как с вами весело, какие вы проворные. Дедушка, не замерзли? А может быть, ты нам подарки уже дашь? Подарки? Да, 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 подарки. Я так люблю подарки. И я. Присаживайтесь, сажайтесь на стул. Присаживайтесь. Никак я не могу его вытянуть. Давайте мы елочку попросим. Ну-ка, елочка. А вы, наверное, пошутили? Плохо дети попросили. В вашем городе нет вас. Делайте добрее глаз. И скажите так слова. Кружилась голова, что про нечего не видела.
давайте еще разок попросим нашу елочку вежливо. Елочка, пожалуйста, отдай нам наши подарки. Просим. Елочка, пожалуйста, отдай нам наши подарочки. Таким хорошим ребятам. Вот, совсем другое дело. Вся душа моя запела. К празднику теперь готова. Вашу просьбу выполняю. Ну-ка, я попробую. Ну-ка. О, смотрите, как получилось. Отдала нам елочка мешок. А что в мешке волшебном? Как вы думаете, что? Что? Родилась елочка в лесу, она росла зимой и летом стройная, зеленая была. Теперь она нарядная, на праздника пришла, много много радости детишкам принесла. Маленькой елочке холодно зимой, и из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке каждый цветы, для хороших ребят. Ой, спешат подарки к вам. Ой, спешат подарки. Пожалуйста, подарки. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. Новый год, года вновь настанет, исполнит вмиг мечту твою. И от всей снежинки не останешь, твои ладони не останет. А на часы 12 в июне, а на часы 12 в июне. До свидания, Маша и Миша. А может кто-то захочет с вами сфотографироваться? Они еще вернутся. Они из леса быстро прилетели. Если дети позовете, они быстро сейчас прибегут. Ну, хорошего вам, всего доброго, ребята. Оставайтесь такими же добрыми, красивыми и послушными. До свидания, ребята.